автомобили ломаются, подвески, рессоры и так далее, амортизаторы. То есть, а что еще сказать можно? А Ленина улица, ну, имени Владимира Ильича Ленина, что еще? Пропилам улица Ленина подверглась практически по всей своей длине. Особенно подрядчик постарался в самом центре города, на перекрестках Ленина-Уральская и Ленина-Гагарина. Тут уж точно ям не миновать. И если рядовые водители привыкли к ежегодным ямочным латаниям дорог и уже умеют маневрировать между пропилами, то вот новичкам это делать гораздо сложнее. Вот только что жаловался ученик, как можно по такой дороге ездить. Ну что делать? У нас других нету. Так что приходится по таким учить. Впрочем, такие знания юному водителю, видимо, очень пригодятся. Ведь, судя по прогнозу синоптиков, подрядчик еще не скоро приступит к продолжению ремонта основной городской магистрали. Нужна сухая погода для проведения работ. Как только погода установится, работы будут выполнены. То есть, естественно, уже провели, то есть за вчерашний день. Вот остальной объем будет выполнен. А скажите, когда вскрывали, ориентировались на прогноз погоды? Да, конечно. То есть по какому-то прогнозу все равно... То есть ориентир был, ну вот видите. По словам Антона Белоглазова, улица Ленина не единственная, где запланирован ямочный ремонт дорожного покрытия. На выделенные 3 миллиона рублей на этот фронт работ будут восстановлены, пусть и латанием ям, улицы Пугачева, Гагарина, Свердлова, Ситникова, Свободы, Красная, Гагарина, Голованова и Бачурина. Также подрядчик будет заливать трещины специальным составом почти на всех вышеназванных улицах.